Я Суза даже не знаю, куда эту витрину применить, если честно. Алина бедная одеться не может. Вот я ее выбил, ну точнее, мне карнес отдал. Я даже не знаю, что с ней делать. Зорки. Но... Давай ты строишь плещ, я штаны и отдадим Алине все. Да ли не надо на тому. Это отожми. У нее один токен, она все выбить не может. Сейчас ласка купимся. Сорок тысяч голды, кстати, токен стоит. Ты продаешь? Нет. Жалко за голду нельзя рулетку крутить. Дрожа на 20 тысяч стоит. С маги гру 40. Ну, шерена в каражан был трейдер, а не. Где ты такие цены видел? Ты о чем? А? Где ты такие цены увидел? Да вот чел сегодня продавал. Ну, еще дешево или что? Пистить фласки, блядь. Mm-hmm. Очень дешево. Ну, он написал, типа, маги игру 40-50, ну, смотря как кто продает. А кара 20. Ассатин шаман в рейде, интересно, конечно. Зорк, иди сюда. А сладкая идет, нет? Ну, тут меня просится на замену люди. Зорк, ты где, блядь? Иди сюда, блядь. Сейчас, ну. Не, ну флеш, ты сильнее. А тут еще и паладин пришел. Какой-то, который тоже на замене хотел сидеть. Да, блядь. Зорки, только не говори, что у тебя грудь тоже, блядь. Ну, грудак я выбил. Ну, если только пошел ты, блядь. Так мне... я тебе только один токен остался. Не, пирекс мне не нужен, я фуловый уже. Если штаны забираю, то все, я в шоколад. В смысле, ты бис? А, 237. В смысле 237? Ну так, мне запястье нужны только. 125 обычек. Ну будет 239. Зорки, вы внимание. А мне не приходит ничего. Ну значит, сладкая вынесла. Привогнись. Сладкая вынесла. Все здесь. Нет, седые холмы сладко. Да нет. Что-то у него баг какой-то был, наверное. Зорки, смотри, какой я красивый. Так, и того, у нас есть кубоп. Он у нас танчит. А что танчит? Кубоп, у тебя ДД спек есть? Да, что-то там было. Что-то там было. Да ладно, в два танка пойдем, ДПС хватит. А кубоп и синдоми у нас тащит. Кубоп, ну пусть там это больше на себя держи. На тебя напуливать буду. Рибов, так. По хантам дайте кулачок, пожалуйста. Давайте я Сузи, Суза Алине, Алина мне. Алина мне давай. Касты сбиваем. А, пирекс, давай ты вот это, черепочек. Сзади идет пачка, ребят. Смерчи, вышли. Карнес бабл вокруг. Встали, побежали. О, хпшного добейте через поле. Косты сбивайте, пожалуйста. С пугами пошли, магика не могли убить, знаете?
дискорд зайти. Сказал в дискорде человек, который не может в дискорд зайти. Слышишь, зорбики? Ну. Я что-то заметил, когда кас 09 и кас 08, что-то, блядь, когда 08 прям пиздец ГКД ловится, а 09 вроде нормально. Ну, тебе просто... Ты не заметишь, что ж разница миллиписечная. Типа между 09 и 08 разница вообще колоссальная. Ну да, между 09 и 1 была разница. Я вот у меня когда 0.84, я не особо вижу, что могут ходить. Я просто не понимаю, сколько лопу надо в 4Т4 поставить. Ты проконсультируйся у сладких. У сладких? Ой, не у сладких, про какой-то, про темный, блядь. Людрища покрылся, типа, он же игра. А не, он ЧП был, типа, Болюшки я точно не буду спрашивать. Жалко было, нету с нами. В дуло нету. Не, мы там спорили, там же пачка пришла. На нас. Что, он рипнулся? Да он долбоёб. На телефоне в какую-то хуйню играет, блядь. С Невером, что ли? Да, наверное, блядь. Вот аниме, блядь. На камушке держите. Зорки, дать тебе бесконечное дыхание? Конечно. Да. Суз, да, я вижу. МК. Суза мне давай. Давайте сначала пока стан. На черепочек у нас Пиракс, на крестик у нас Секси, на квадратик у нас Лос, на Луну у нас идет Фейп. И на треугольник у нас Говхилл. А, нет, клешня. Говхилл, если что, по черепку. По возможности. Донт, я прослушал, мне не надо вставать. Пока еще не сказал. А, черепочек у нас. Лакрима хилит 3 метки. Треугольник, череп, крестик. А, Карнес у нас хилит 2 метки. Это танка, луна и этот квадратик. Кубоб, на тебе босс, на тебе метку куб на луне нажать. Это так, на черепке у нас веревка, на крестике у нас главхил, на квадратике у нас... Ну давайте я на квадратике... А на треугольнике у нас Суза. Рыбка вся, у всех есть, давайте РЧЕК. Эй, ты там как живешь? Кажется, рыбка появится. Бля, зорги ебаные. Мою кровь и захлебнитесь ею.
Сладко, я тебя исключаю, я запомню, что ты на замене у нас сидишь. Ну, а сладко как-то выглядит, да? Угу. Вместо ну, в целом-то все, все готовы. А напулы на Кубоба. Кубоб танчит. Бомжи первый пирог, второй секси, третий Расмус. Давайте ДБМ. Не знаю зачем, но пусть будет ДБМ. 5, 4, 3, 2, 1. А пирог с бомжей? Давайте мы их заливаем, охуеть. А секси бомжей? И Расмус тоже. Бля, ровно минута, ебать. Да босс. Зорки, ты видел, ебать, как я на ДПС? Дон, слышь, а как ты его обычно ставишь? Типа вот, а вот я так? Его веду спиной вот сюда вот ровно. В центр, потом поворачиваешь, да? А сюда. Потом, да, я его иду, и у меня ДКшка стоит где-то, ну, вот здесь вот. Смотри, что он там рукой машет, и можно, ну, по кубу можешь задевать, там сложно протыкать. Угу. Ну, так, чтобы он, типа, не махал на куб при Понял. Атаке. А, магия стол поставьте. Кто-то. Вот сюда поставь стол. О, это из зорки. 20 секунд. Тыкайте, быстрее. Пивасик еще успел. У нас 10 секунд. Три. Два. Один. Блядь. Проебал трипот. Я тоже. Надо там сапос вложен. 20 секунд. А, Геру сейчас. С оборотом тоже смотри. 10 секунд. Пять секунд. Готовимся. Кубы нажали. Стоим, держим. Дайте там салю человеку. Да, там вары это с ума сходит. Тяжело. Секунд.
Да, конечно, столько ТП теряешь, стоя на кубе. Нафига ты на куб стал? Ну, чтоб точно нажаться. Ну, типа, я десятку даю на кубе. Угу. Показалось. Казалось, что этот упал пол. Долг, точнее. Только что до того агролисти не было. Теперь появился. Опять пропал. Нормально. Так, у нас тут 10... 8 секунд уже. Готовимся, ребят. Нажали. Гурлик, а у тебя раскол есть, нету? Есть, нажал. 8. О, падает. Поэтому готовимся. Куба. Отлично, добивайте. Залупа, блять, они ДПС ебан. Давайте дракончика порову. Ой, а чё я нажал не то, да? Да не то, то. Чё, у кого есть соточка там? 98, а у Мири? Да. О, видел, кофал. Блин, Гудлик, такое ощущение, что все вот всегда, когда говоришь, ты кушаешь. Или ты кушаешь, что? Точнее, ты говоришь только тогда. Я просто кушаю, когда РТ постоянно. Приятного аппетита. Давайте токен. Ну я пиво пью с чипсами просто. Счастье здоровья тогда. Ой, ну ГЦ Пирекс. А кто там этот токен забрал? Пирекс. Без зорки, почему не ты? Уж у меня есть, да? Да ну, токен, блядь, в руки ролишь вообще. Нет, я тебе говорю, мы что поделим. Хочешь сказать, сейчас еще на лок упадет? Две шмотки. Давай, сейчас все токены упадут на лок. Пришло время локов, блядь. Может, лучше поезд заберешь? А, Гарик, ты голову ролишь или девковая? Голову. Окей. Что-то никто голову в этом рейде не хочет, да, брать? Или все? А ее вообще никто не хочет брать уже. Странно. Сколько пушка с грула ГП стоит? Меньше уже или нет? Столько же. Мы с 25 увеличили ГПшки. А, типа, а сколько с ЭВК с 25-ки? Да, 800 или 900. Нихуя себе. Ну, двурочка.
Если одна ручка, ну, одна ручка плюс оффхенд будет столько же у тебя стоить. А, нет, 800, ну, с АВК начнем с того, что еще хрен когда выбьешь. Ну, конечно. Так там с первого босса падает. А, кинжал который? Еще. Да. Получается, он сказал, будет ебать по ГП всех, ты что, блядь, готовишь. Я вообще там, блядь, никогда в жизни не. Не, ну, убьем первый простой. Просто, ну, за кучу косяков получим кучу ГП и сразу же убьем. Вчера забили 4 часа, третьего. Как же основание этот, блядь, освоение контента? Ну, получишь ГП, а потом за освоение ГП. Ну, сразу освоишься. Сразу свой. Чакра откроется, блядь. Преисполнишься, блядь. Ну, мы в десятке осваивали контент. А вы убили, кстати, сегодня или нет? Да, а, ну, все сегодня, да, про нас только Ануба не убили. Ну, там все просто, кроме Ануба. В десятке, по крайней мере. Да и Ануб на самом деле тоже. Так а что на барак там, блядь, две лужи раздел, боб дал и все, блядь. Так вообще губы, блядь. Ну блядь. Да, да. Так оно и есть. За него ли топ один? Что-то, протест, тебе даже не нужна древковая, что ли? Она Фирау, арп, хаст. Фирау, хастовый фирау, это же вообще круто. Да ну хуйня. Понятно. Ну ладно, Гудлик, как раз ты сказал так. Гудлик шарит за все, за всех. Да. Так без зорки сколько я на варе, блядь, ДПС даю больше, чем на локе. Трэш. Не, да, вот ты на втором 11.7. У меня такой же ДПС. Указывает Корнесу. Я говорил, у меня, походу, что-то с ними там. Хотя остальные вроде так же. ДТЛС меньше показывает. А не, у меня одинаково. Ладно. Вот именно почему-то только мой ДПС у меня ниже показывает. Он тебя не уважает. Там прист, кстати, хочет свою ИВК гильдию сделать десятку. Сделает. Прошел, можно или нет? Давай, я поднимаю. Веревка. А, да пожалуйста. Да не, я хотел вообще десятки сделать, но чтоб проносить, вот понимаете, на что. У нас есть десятки. Ну, я вожу десятки. Ну, у нас народов куча, два статика, всего две десятки, точно. Ну да, водить некому. Некоторые просто в кару ходят рандомами, и вообще в ИВК никто не ходит здесь. Чисто ну, свои. Начнем с того, что для ИВК 10 у нас одето человек 20, наверное, всего. На самом деле, если умеете играть за класс, 230-ю спокойно ВК убиваешь, да, нуба. 230-ю ты млевел, поверь. Собери рейд 230-х, покажи. Сомневаюсь. Вот, ну, скорее всего, не убивается. Там именно надо в гир. Именно в ДПС жесткий прям. А вот чудовище бей в 230-м левеле. Хуйня. Убивается. Че, в 230-м левеле 10к не дашь? Так, что мы стоим? Вопрос Кубоп. Типа, ну, танки. Типа, скорость убивания трэша все зависит от вас. Ну, я же думал, что... Веревка без монитора, что они не будут. А пирекс черепку, а секси без метки. Касты сбивайте. Лос тоже черепку. По очереди фейпы без метки. Касты. Ребят. Вы, кстати, видели, за Ола 3 жетона теперь дают, если выигрываете? Всегда 3 давали.
Что так было? В смысле, два давали, блядь. Да ты просто свакал и репутацию... Ну, нет, завал, у меня лейтенант... Ранг набиваешь, ты хоть? Так лейтенант у меня был, мне давали два вообще. Значит, тебя кидал Сирус. Тебя вычислили нет, по IP. Первый лейтенант. Так, рыбка стоит, затащили. Если что. Покушаем. Синдоми, давай, ты на троих. Это король и двое вот этих вот бесполезных. Давай, луна, треугольник, король. На черепке у нас кто? Кубоп? Чё, где? Кого? Черепок танчишь? Кек. А Войд у нас танчит крестик. Чё, есть сумон? Давайте в кальмара сыграем. А, да, давайте шкаф ставим тогда. Чё там, может, знаешь, дикашник сейчас упадет? Может, дикашник какой есть там по танчику? Сейчас плечо упадет. Войд, спекайся. На лок. Да, я его забираю. И ты сидишь, молишься, что выпали штаны. Ага, и я сижу, молюсь, чтобы штаны упали на лок, да? Ну да. У меня свечки нету. Ну вырежи фигурку с картофеля. С картофеля? Ну да. Нема картошки. Все, все батька-то брал. Два ли, блядь. Паладин рибав дайте там, что нужно ему. Войд, твой крестик. А кто вас сильнее, Войд или Кубоп? Я. Yeah. Похоже, Кубоп. Хотя не факт. Да он все вот это выносливо запихнул, хуйня это все. Да это понятное дело, я по хп не сужу. Кубоп, давай тогда ты на крестике, ты похоже посильнее. Крестик дольше живет, дольше пьет. А Войд на черепке, Войду напуливаем, значит. А, Палк, ну можешь потихоньку обходить, чтобы там тебе поближе было. Все, все готовы. ДБМ пул даю. Лорки тащи, бля. 4, 3, 2. 2 секунды. 2 секунды. Войд, ну... Ой, кошмар, ладно. Че? Да ничего. Ну, сведи их. Да, конечно. Нажмешь кливаем. А. Мы же, блядь, жесткие. Ну ты, конечно, Анка. Сагрил. Подчинение, дайте. А как вы, блядь, спета делаете за себя? Что-то никто не понимает. Порабощение демона. Локовский есть. А, треугольник, треугольник с рейда. Ну, скеры не было, да? Давайте скеры по домашнем холле. Хотя бы. А, Гохил. Нажми, пожалуйста. Героизм, дай, пожалуйста. Хорош, жесткий. Чё, Войд, кто большого заберет? Да, заберу. Мазурки, что за хуйня с вызотем? Не. Лёх, прости. Блять, ты жёст. Ты что, ПВП шо? Да. Тренируешь, чтобы с тобой играть. Ну да. Выиграем Корнеса. Предлагаю стычку против них приехали. ТЦ, дай гимн на ману. Перепок, да? Ну, синего, да. Синий только обул.
Тебя откидывают в воздухе, разворачиваешься, делаешь отрыв. Обратно полетел. Надо фиксить. Ага. Ничего не надо. Механику фиксить? Это же механика. Конечно, это механика. Механика, чёрт. Неважно, ребят. Если кому-то весело в этой игре, надо фиксить. Я бы шлем бы для миликов убрал бы. Тебя пофиксит. Так тогда и для РДДшников шлем надо убрать, да? Не, для РДДшников не надо. Фига. Надо кубу пофиксить. Первую в небо. Привет! Ну вот, собственно, и все. Че, в Warcraft играете? Нет, да, в аниме твою играю. Годлик пошутил, только не смешно никому. Нормально. Я улыбнулся. Ну. Невра, когда ноут сделаешь себе? Сейчас я пластмассу принес, кнопки, сейчас буду собирать. О, серьезно? Да нет, не знаю. Ты надо было тогда отвечать, я что, китайский ребенок, чтобы ноут... Вот это нормально. Блять, вот Гудлик, ты слышал шутку? Запиши. Потом как-нибудь будет момент, используй. Чтобы кто-то... Закрой рот, блядь. Ты не в рейде, не мешай, блядь. Оооо. Гудлика все передамаживают, просто вот он злой. Смысл, так ты ни хера уже прибыли. А что это, Лока передамажил мутик? Фууу. Да. Что-то я на магике не видел, чтобы меня кто-то перебил. А, так это комбат. Это комбо. Ладно, комбо нормально. Да, по-моему, Гудлика просто передамаживает и все. Ну, не дамажит вообще, глянь его. Ну да. Шаманизм от Вине догоняет. Ну да, блядь. Тебя Пирекс обгоняет, который не играл уже 100 лет. Так у меня твинг дает больше, чем тебя мы. Да, конечно. Ну ничего, он сейчас Т4 полутает. А, ну не с этого босса сейчас. Да, нет, не в этом рейде. Ну, да блин, я уже слышал, как Гудлик интересовался, как типа контролить мобов. Он, видимо, кроме ХБ и спопеления... Да, я за Лока первый раз играю, да, понятно. Топ ДПС, топ ДПС. Блять, я там сова насилует, понимаешь, сова. Он же там стримит кто-то? О, давай. Да, Void Light. Че посмотрим. А ты не в рейде, что ли? Ой-ой-ой-ой. Ебать, меня на стенку закинул. Двигай на перышке. Ух ты, флеш в рейде, ничего себе. Зорки тоже. И барабанная дробь. Один. Разбойник шаман. Блять. Раз себе. О, молот на ару. Что, 4-4 себе. О, глав хил, давай, ебаш. Это туда пушится без Т4. Угу. Не, шо, меч взорвали. Шо, летим, пацаны? Что бейте? Молоточка. Че они там затанчат? Ой, Пирекс, ну вообще, ну полутался. ГЦ. У него было 20, пока он токен не утонул. Так, че это там вэпон-то стоит? Все, Пирекс. Ну-ка, тебе штаны нужны? Да, что, холик? Тебе штаны надо? Да, он на холика делал. Но в него будет спекаться. Да Пирекс сильный, блядь. Мне штаны нужны у Диада. Ну ты, блядь, вообще, конечно. Ну да, кстати, он же это и в льду ходил с нами. Да Пирекс везде ходил, пока у него этот не укусило что-то. Реальная жизнь. Смотри, ты токен утаешь с мастерством за 3 сотки, а этот за 150. Как тебе математика? Ясно. Если ты Мишка какой-нибудь, то вообще, пожалуйста.
Кстати, да, согласен. Голод его тащит бесплатно. Я всегда не понимал, как люди играют с таунтом на 1 и 2. Заебись, играют. Я на ком. Че вы на Йоне себе не сделаете? Йон... А у тебя, наверное, что на 1 и 2 стоит? А меня на Йо прыгать, блядь. Серьезно? А пробил 18? Ну пробил, но я работаю. А, понял. Ты что, не видел, как он пишет с нижним подчеркиванием? Ну, но с нижним неудобно, у меня шрифт уже плохо работает. Пьяный, блин. Он же ноутом, он просто работает. Да, ну, ну да, типа, что ему, лет 8-9 где-то. Ему единственное, что спасет, это, блядь, святой водой, блин. Ну, хотя его раз закрыть. Про парень. Гудлика, что ли? Про Гудлика говорит? Нет, Гудлику это не поможет. Нормально, чё вот это душит? Его поможет. Костав, давайте кто-нибудь что-нибудь там сориентируйтесь, пожалуйста. Ведь у нас есть этот парень, ему надо сбивать Пирексу и Боссу. А второму кто-нибудь еще, пожалуйста. Как вам план? Отлично, работает. Че, они потанчат, да? Ну, у меня 56 да, кубоб, кубоб, кубоб с Мишкой. Вы с первого раза убьете? Ну, если повезет. Давайте, я готов смотреть. Блять, у меня такой прям хороший рейд собрался, смотрю, из этих, типа, 25-ки. Это же вообще... второй, правильно? Это же второй рейд или первый? Это второй. Прям жестко. Так у нас второй вообще не, ну, не слабше первого. Да я ж не спорю, я просто говорю о том, что типа... Страшно будет, что в ВВК, как мне это из этого всего, собрать один рейд. Непонятно. Соберемся два. Скрины ДПС аналитика. Гудлика и в эксперты по цифрам. Ну хотя, бля, Гудлик такой эксперт-то просто. До 4 строк считаю, какие цифры. Там, да, там, типа... Максимум, что этот в фотошопе может себе ДПС нарисовать. Вот это он, блядь, базарит. Гарик, флеш. Как это он? Все? Все есть? Войт, ты в ТД? Угу. Отлично, давайте. Дайте на пул по Сандаме. Пусть он там огромный берет. 4, 3, 2, 1. Войд, брата, можешь сделать камеру нормально? Ничего. Что-то вы как-то, пацаны, душите, конечно. Не торопитесь. Дом не дамажет. Один спереди чемпиона интернешнл. Заебись. Ну, слите пока, ребят, пока выиграли? Там... Выиграли? Кто победил? Да, Team Spirit выиграли только красавцы, что. Молодцы. Разбежались, ребят. Сокрус дал. Блять. Не ГГ. Ой, протест, сейчас аккуратнее. Геру. Ой, хорошо. Геру. Фейп умер. Ой. Иди, а, вот хрен, подними эту фейбу. И веревка умер. А веревка ТЦ, это не страшно. Пусть отдыхает. Спасибо. Хотя, ладно, чё это отдыхать тут? А, Кару, подними его, у нас столько друидов. Ну, протест там мочит. Бля, Пирекс, ты мой король, глянь ты какой молодец. Дон, ты вообще не молодец, где ДПС? Я уже 5 выстрелов разрывных дал.
Ой, гляньте, а Гудлика бы гоняет. Ух ты. Сейчас тапаться начнет, закончится его ДПС. Ой, спасибо. Сейчас имота начнется, блядь, закончится. Ну, Полюшка бы 12 давал, по-любому. Полюшка не, Полюшка не. Странно. А вот темная, темная бы давала. Вот темная, да. Дон, ты первый, второй. А как у тебя с игру происходит? Аж от ранжа зависит. Я на трапу подхожу, и я прыгаю вперед сразу же. Фига себе. Потому что у меня циферка большая, и это просто процентом считается. Я в прошлый раз так умер. Потому что подошел, у меня агро подскочило. А это... Ну вот, ты второй по агро, тебя сейчас съебнет. Да, и в меня клевануло. В чем проблема упасть в ФД? Сакру сдал. Это так неинтересно же. Блин, Донт вообще по грани ходит, по тонкой. А ты можешь же притвориться мертвым и все? Да, но ну, типа он не хочет. Чилиться просто. Можно, пожалуйста, БР мне протесты рядом? Я бы не давал. Давай постоим в этом, давай не будем его... Донт проебал весь ДПС, вот просто один просто ГКД, вместо того, чтобы, блядь, упасть, нахуй. Вот выбор, блядь, вот очевиден просто. Умереть. Ну да. Ой, воином, как бы. Да. По мне кулак. Или что там, бафу? Хоть что-нибудь, дайте мне просто кулак. И лапку овешную. О, крест. Спасибо. Что-то тебе еще из паладиновского нужно? Нет, все, ничего не надо больше. Диван дайте ему. Че дам, ребят? Что за пагры не сорвал? Слушай, а будет реально весело сейчас отбежать просто. Я бы еще Гудлику дал Сальву. А то он как-то там очень близко. Так он же ШРТДшник. Ну все равно 100 каст. А вот протесту надо. Ну протест далеко, у него 400 тысяч. Это может 50% скинуть агро из Гудлика, он даже не нажимал. А, точно, ну блядь, это же Гудлик. Я нажимаю только по команде. Нахуя мне просто так? По команде, когда умрешь, да, ты мертвым нажмешь. Блять, чтоб здесь босс меня убил, это, блять, невозможно. Уёбок, блять, со своей. Хватит, хватит в лицо бить, пацаны. Не мотой, блять, мразь, сука. Сокру дал. Бля, пирог король просто. Я если еще чат читаю, то можешь мне ответить. Сказать спасибо. Сейчас я посмотрю, сколько он там уже напарировал. Ну понятно, тут три парирования на донте. Ну да. Ты когда подвигаешь ловушку поставить, ебать, с двух рук. Да парихаса все равно нет, какая разница. Ну хз, хз. Так он не работает, у меня их 4. А ну бейте в лицо, пацаны. Блин, проверяем. Не успели проверить, да шо ж так. Корот ебал эту голову. Потом за что? Ой, блядь! Шусь хуйня якась, ребят, по токенам. Ой, шо бы мне как-то... Ой, Кубов, когда ты пойдешь по горе 25-ку? Блин, четвертый кусок? А, ну... Да. Налоги ты имеешь? Блядь, блоки на меня. Спасибо. Разрабы, пидорасы. А откройте портал к дегенератам.
Так, зачем тебе туда? Что там за... А что мне в Долоране делать? А, ну оттуда быстрее. Да, ошибка, пиздец была. Ты что, нахуй? Ты на кого, блин? О, тут ДКшник, нахуй. Ты куда лезешь? Кем ты там дерешься? Да сейчас я пошел. Ты сфоткаешь его, ну? Мы все знали. А я говорил, где генератор надо открывать. Да не, я бы его просто убил сейчас. Ну ты говорит, блин, какие генератор? Ты его убил уже? Да нет, он летает. Это ПВП можно, слушай. Давай убьем его, а. Давай, блин, приземляйся, на. Да я приземлился. Не получилось, ребят. Напиши ему, что он собака. Он собака, реально. Он собака? Собака, в шлеме. Блять, вот как можно, блять, шлемы вообще, это же ужасно. Да, ужас. Шлем не плюет, выш монстр. Ну, Кубу во всех плюется. Не, клешни, там другой рога какой-то. А. Я один раз в жизни плюнул в кого-то. Это было в Ульде, и все меня... Давай, отлично. Сдохни, сдохни! В кого ты в меня плюнул, блядь? Я даже знаю, в кого ты плюнул. В кого? Не помню. ДПС Гудлика. А? Смотрите, 25 поставилось. Невер, ты пьяный, блядь. Ты постоянно в меня харкался. Я? Гудлик, это не, не поставилось. Кто у нас еще в инсте? Пиво кушаю. Ну, тут АФК, наверное. Оп, тебе можно? Ты же школьник. Ты чекни, может, он отошел? Не, он вышел. Да, кликнись, наверное, заебал. Кого? Ну еще вместе со штанами. Вот сейчас должна 25-ка стоять. Сорки? Не, не. Да. В следующий раз идешь в первом рейде. Так кто-то... вот именно в первом рейде выпали плечи и штаны. Ну я в курсе, так кто-то в инсте. Это из-за тебя, блядь, не выпали сегодня. А я на роги пошел бы в первый рейд. Прикинь. Да кто в инсте у нас? Давайте вычислять. Сейчас посмотрим, блядь. Вагон. Ща. А ГП будет там? Выпали? Да. Оп, Гудлик, значит. Я вульнивато. Никого. Вот там ты идешь, что... А, подожди, было. Блин, в этой, в, уже в 25-ке сидят. Подожди, нет, 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 это не наш. А, ну, значит, не должны быть. Значит, опять меня сложно. Десятка стоит. Ну, власть. Пошли десятку, хули. Ну, пошли в десятку. Героически сразу ставь. Поставилось? Зорги. Да не, выйдите из инста, ребят. Да, может, в инсте кто-то... Шли на арену пусть. Не, в инсте никого нету. Я смотрел сейчас. А что, не это, не меняется? Mm-mm. Ну, в смысле, у меня-то меняется, просто она не ставится. А ты в руле, может, сейчас сидишь? О, в руле магии просто есть. 25. Да нет, все, о, все стоит. Да, все, стоит. Есть установленный режим 25. Спасибо. Так, Донда, ты осматривал людей на наличие трансмога? Трансмог. Эйвер, ты от кого? Твой-то стримишь? Вот, да. Стой на месте. Опа. Че? Трансмог, вот он, нормальный. У меня охуенный трансмог. Так, тут Сантаме не подходи. О, Сантаме, давай, подойди. Почем заклеить надо твой этот, о господи. Ну или Войд к Сантаме подойди. Я на баф приблизил. Все нормально, я тебя не вижу. Так, Сантаме. И что? Давай, давай. Ну я считаю, что не подходит. Кубов, накидку нужно менять. Тебя красненькая. Ну, кикните на ворот. Да нету красненькой. Сейчас я тебе Гудлик, я тебя кикну сейчас. С тебя кик. Хватит у него копыта, блядь. Вот секси-тролль вообще огонь. Где? Ему еще нужны прям эти синенькие мечи. Будет вообще царский. Вот а который ну-ка. С этого... Дренеечки есть еще? Где Саня бил? Который знаю, фока падает. Трансмог. Подходите к Войду здесь этот, чтобы Невер посмотрел. Да, я осматриваю все. Все дренеечки. С нормальным трансмогом. Вот. Тут кто-то жопой ко мне. Блин. Так, ну, кстати, нормально. Вот я вижу секси-тролль, молодец, как бы. Секси-троллю ЕП начисляй. Нормально. Блядь. Заслужил.
Кубок ты только вольпер. Снимешь тоже получишь. Все хуйня. Че, за что ИП? Вольпер топ. За что ИП, говорит? Смотри, у Саны какой трансмод, блядь. Да я, блин, ну, Саван вообще нормальная, как бы, а не палится. Пиво, отойду сейчас, быстренько. Совам нужен нормальный посох. Дайте, покажи мне совиный посох. Посох? Нет, нет, осуждаю, не то. Да все, все, я уже посмотрел. Типа, нужен нормальный посох, который с Фрейей, вот этот, типа, как, с веточками. Вот он единственный хорошо подходит. Блин, будет вот, так, как мне жопой встать. Так, ну не жмешь, не мужик. Ты видеть надо, типа, нет, да, не вижу ничего. Тебе. Я тебя прослушал. Не реагирую просто на маленьких школьников. Что не жмешь, не мужик. Что не жать? Угу, понимаю, блин. Он говорит, жмите, мужики. Ага. Тащите. Что-то не сумонятся челики, да? Да что-то не. Да уж, блин. А вы не в десятке сидите, подожди-ка. Не 25-ка. Может, у них КД? Мы 20 человек в десятке сидим. Так, кого там не хватает? Нам из Полина. Невер, когда ты уже будешь в рекаунте, блять, вверху? Что еще раз я прослушал? Когда в рекаунте будешь? Будь здоров, кто это будет. Блин, уже сколько раз был выше тебя в рекаунте, можешь успокоиться. Ни разу не видел. Ни разу не видел. Помним мы 8600. Так, что там? Кого, блядь? Почему Донта ДПС в 2 раза больше, чем у тебя? Что за хуйня? Ну, потому что Донт умеет играть, в отличие от Гудлика. В отличие от тебя, да? Ну, я-то не претендую. Нет, я вижу, блядь, что ничего не можешь. А если был бы в гильдии Калюта, был бы на первом месте по ДПС. Да я думаю, там в 180-м гире можно быть на первом месте. Видел я уже твоего лока хваленого в 4Т4, который 8000 давал на смотрителя. Какого лока в 4Т4? Ты, блядь, про кого? А, какая-то Асоха или как ты там говорил, да, твой друг. Он просто, наверное, пьяный, блядь.